Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, у нас ежедневное, ребята, событие. Ну, давай сюда поставим. Так, уже идут. Хохочут они там. Слушай, ты же должен, по идее, у него погасить. Нет? Нет, он гасит. Блин, слушай, их тут что-то дофига пришло. Так, заморозочка. По первой, как говорится, им число. Куда ты бежишь? На шипы бегом. Марш. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Че так много-то? Блин, а этот же идет с каской на голове. Ему по барабану, то, что я там поставил. Тогда сделаем вот так. Зачем я сюда послал сельдерей? Что-то, Рэй, ты совсем разучился играть, по ходу дела, да? Да и хотя бы вот так вот сделаем. О, совсем другое дело. Да иди ты, еще Гаргантюах он сюда позвал, ты прикинь? Пока не будем, наверное, делать все-таки этого. Хотя надо бы. Лучше бы, конечно, это было бы костяные шипы, но... Что сделано, ребят, то сделано. Ты посмотри, что у нас происходит здесь. Да, заваруха тут. Хо-хо-хо-хо. Зомби просто-просто со всех щелей идут к нам. Дай-ка я возьму, наверное, вот так вот и бомбану, друзья, надо бомбить. Вроде бы как все получается. Верно? По-моему, да. Мы здесь выиграем. Все сельдерейчик сюда сзади поставлю. А что он не бомбит? По Гаргантюа, скажи ко мне на милость. Все. Да выпендривался. Так, откройте три пиньяты. Ну что это? Ну серьезно. 2500. Этот-то фигли явился, не запылился мне здесь. Так, хотите повторить за 10 кристаллов? Нет, не хочу. Я повторяю, зачем? Вы же раньше бесплатно мне предоставляли. А почему сейчас 10 кристаллов я должен платить? Странно. Так, ну что, давай. Ух ты. Забираем здесь 1000. И здесь 1000. Ивент. О, ребятушки, ивент. Что у нас тут есть хорошего? Есть пиньята. Можно, в принципе, пойти за пиньяту подраться. Вот за эту, за одну. Так, на огород слетаем, на грядки свои, посмотрим, что у нас тут. Угу. Созрел. Ну, тут даже пока трогать ничего неохота, если честно. Хотя... Да, ничего неохота трогать. Ладно, пускай они там сидят, цветут, а мы... так. Пойдем делать ивент. А ну-ка. Посмотрим, что за ивент такой у нас здесь интересный. Блин... Да помню я ваши эти ивенты. Это как три в ряд, можно сказать. Погнали. Угу. Так, начинаем там бомбить. Что-то я не могу даже увидеть, кого тут можно еще-то поменять. Вон, показывают, подсвечивают мне, типа. Бонг Чой, секундочку, вот сюда. Так, горохострелов мы, наверное, здесь переместим. О, нормально так солнце навыпадало. Орех. Вот такой у нас уже стал, он здоровый. Угу.
Ну, сюда вот здесь только. Так, смотрим. Просто надо смотреть внимательно здесь. Так, энергии нормально. Давай кукурузу. Здесь бонг-чой. Здесь опять орех. Опа. Такой у нас в броне чувак деловой. На тебе. Блин, было бы прикольно, если бы вот здесь, конечно, бы соединили мы. Опа. Опа. Чувак шел. Так, ну сейчас мы его уже уничтожили. Куда он уже не пойдет. Сколько мне нужно? 125. Этих линий соединить нужно 125. Ну, где у меня там хоть кто-нибудь-то? Твою налево, блин. Вот что значит долго не играть в такие игры. Три в ряд. Сюда. Еще один орех у нас усиленный появился. А вот это уже плохо. Когда вот этот вот охламон идет, поджигатель. Это вообще не айс. То есть вы хотите сказать, что у меня недостаточно денег для того, чтобы поменять? Такого быть не может. 1500. А, они стоят 2000, вижу, вижу. Действительно не хватает пока. Пока не хватает, но это временное. Сколько я там линий-то уже набил? 61. Так, уже пошли мумии. Кто там грызет-то? Что-то хрустит, грызет, мне кажется. Ой-ой-ой. Вот это да, ребят, вот это я понимаю. Это называется пошла маза. Давай здесь соединим. Горохострел пошел плеваться. Теперь тут свекла. Дыдыш. Свои. Так, это у нас теперь горохострел, который замораживает. Ну, сам понимаешь, заморозки. Им теперь будет очень проблематично продвигаться, так как они будут заморожены. И к тому же еще и факела мы тушим. Давай сюда. Так, секунду, давай, наверное, здесь соединим секлу. Задние ряды практически вообще, ребята, никак нельзя заменить или что-то с ними сделать. Нормально. Профигачили так. Орехи стоят как неприкаянные, блин. Даже не знаю, кого здесь можно. Вот здесь только если поменять. Теперь сюда. 107, осталось совсем немножко, друзья. И все, и будет у нас пройдено здесь. Так, эта мумия тут наяривает, идет. Ну что же, бомбим. Давай здесь, наверное, соединим. Все, прошел. Я надеюсь, следующие испытания не будут такие три в ряд. Что-то как-то не айс. Поехали. Сейчас глянем, что на этот раз нам. Да вы серьезно, блин? Блин, это, видимо, весь ивент будет. Ого, там замок какой-то. На замок, что ли, на нас хотят нападать?
Здесь, здесь поменяем. Что там хихикаешь? Хихикает он мне. Хихикало несчастное. Так, а здесь вот, о, нормально так по обмену пошло. Пенек. Ну, через пень, ребята, если горохострелу именно бомбить, то это, конечно, будет круто. Вот как вот здесь вот, через три пенька. Представляешь, сколько он, они будут дамага получать? Но на пеньках тоже далеко, конечно, не уедешь. Поэтому вот приходится себе так делать. Кто-то там уже что-то хрумкает. Уже там что-то кто-то хрумкает. Давай сюда гриб соединим. Эндуриан, да, у нас здесь. Ну, давай сюда. О, улучшенный эндурион получился. Сейчас смотрю, смотрю внимательно. И все время, ребята, смотришь и... Блин, кажется, что ничего нету. Просто ты невнимательно смотришь. Все тут есть. Там уже хавают. Друзья, наверху-то. Давай их вот так вот сделаем. Орешки у нас тут будут теперь. Арахис. Арахис. Давай сюда. А сколько? Тут надо 100 линий всего сделать. Вроде бы как бы и мало, и в то же время не очень мало. Вау. Фига мы тут дали дрозда сейчас. 73 линии уже собрали. Сюда давай переставим. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Вот здесь можно, в принципе, гриб соединить. Здесь можно вот так сделать. 80 линий уже. Ну, 80 этих собрали. 82. Давай-ка сюда, наверное, тогда сделаем. Блин, этот, ребята, прорывается. Да как его бомбить-то, если он там прорывается? Я не могу понять. Ему, ребята, просто по барабану. Смотри, что делает. Ну и как мне его подбить? Его же невозможно, ребят, подбить здесь. Вон он кружится. Докружился, короче. Пришлось его так хлопнуть. А других вариантов просто не было. Так, 91 линия, да, получается. Нам нужно быстрее, как... Воу! Фига они мне тут оставили территории. Да вы серьезно? Есть, я успел, блин, но это трэш. Это только второй этап был. Что дальше будет? Я почти все деньги, ребята, здесь сдул. Вот ивент, а. Это только третий этап сейчас будет. Потом еще два. Да, не очень, конечно. Мне это нравится.
Да понятно все, не гунди мне здесь. Ты тоже иди отсюда. Так, вода. 110 линий нужно соединить. 110 линий нужно соединить. Так, подожди. Блин, опять начинается вот это тут. Неразбериха. Давай сюда, наверное, сделаем. Теперь сюда. И что еще-то? Где я? Вот. Музыка напрягает. Меня все напрягает. Когда какая-то идет волокита, всегда что-то, ребят, напрягает. То, что ты мне даешь, конечно, кучу посолнков, это хорошо, но мне надо накопить на другое растение, на более сильное. Это какой-то не камильфо сейчас в данный момент вообще. Давай сюда поставим. Орех. Так, у нас есть двойной подсолнух. Но это лучше, чем тот, который у нас был. Одиночный, давай сюда. 3 стрелы. Уже начинает там хомячить, что ли, нас? Все, потерялся. Не вижу, ребят, комбинации. Не вижу комбинации. Пришлось так сделать. Давай сюда. Так, это забираем. О, фиган тут надавал нам. Арбуз. Хо-хоу. Арбуз это вообще, ребят, хорошо. Сейчас можно 4 вряд, если бы, конечно, бы найти, можно было бы тут нехило. Воу. Нормально. Хорошо. Так, не отвлекайте. Вижу. Так, 3 стрелы, давай, иди сюда. 46 линий собрали. Ну, мало, конечно, это. Что такое 46 линий? Это фигня. Всех прожарил, молодец. Светолуч. Светозар, блин. Блин, вот сюда не хватает, ребята, одного арбуза буквально. Ай-яй-яй, ладно. Там бы хорошо бы сейчас бы прижучили бы мы их наверх. Сюда теперь. Так, арбузы. Бум, 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 полетели. 62 линии собрата уже. Опять, ребят, не вижу, вот. Чего-то не хватает, где, чего не хватает? Вот сюда поставим. Нормально, арбуз пошел кромсать. Здесь меняем. Столько всего. Вот. Здесь 3. И вот тут вот можно соединить, в принципе, арбузы. Арбузы, арбузы. 74. Оу. Ребята, пошел этот. Как его там звать-то? Осьминог, короче. Ненавижу я этих осьминогов. Он начинает уже забрасывать. Давай, наверное, так одуванчики. Пушки, 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 бомбите. Сюда ставим по обмену. Да что там, блин, я не вижу, ребят, вон.
А дворчики уже у нас же бомбят обычно, если какой-нибудь там ветерок же, да, дует. Они могут бомбить. Насколько я помню. Так, пробиваем. Арбуз, давай, бомби. 98 линий. 99. Ну что, последнюю сейчас. А, нет, ребят. Это 104. 104 только получается. Блин, внизу вот это вот надо бомбить как-то, я не знаю, освобождать место, чищать здесь. Все, прошли. Фу, вот тебе и три в ряд, блин. Четвертый, предпоследний, друзья мои, этап. Ну давай, 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 быстрее, кто там у нас? Блин, зима. Зима, холода. Батараги. Блин, все сливается, ничего не поймешь. Где, куда, кого ставить здесь, чего ставить. 125 линий нужно собрать. Блин, 125 линий. Да, я обменяю. Блин, так, такая какая-то лока не очень мне нравится. Если честно. Блин, я бы лучше бы поменял бы. Ну что, где, кто, блин? Я никого не вижу, ребят. Вообще ни одной комбинации нету. Прикинь, я просто не могу ничего увидеть здесь. Вот вижу вот это вот, и все. Вот здесь еще что-то. Так, орех. Еще вижу орех. Дай звездочки. Нафиг мне эти звездочки-то, блин. Хотя звездочки, ладно, пускай будут. У них, если что, массовая атака довольно неплохая. И хоть как-то фон разнообразился, а то... Все в кучу, блин, там фиг поймешь, кто чего где. О, ой-ой-ой-ой-ой, толкуны, ребята, идут. Меняем срочно. Трындец, я уже растерялся, я не вижу. Вот комбинация. Здесь что-то есть. Так, грохострелы, давай. А дальше-то что, где? Сюда? Давай сюда поменяем. Я даже, ребят, не смотрю, что там происходит. Я смотрю, ищу какие-нибудь нормальные комбинации. И чего, я нифига не вижу пока. Путевого, нормального. Так, 43 мы сделали всего лишь. 43 линии мы собрали. Давай сюда. Теперь сюда. Блин, хоть бы какую-то массовую атаку забомбили-то. Хоть одну бы. Что я там слышу? Гаргантюа, что ли, бежит? Мне... Нет, мне не кажется, ребят. Там действительно бежит Гаргантюа. И... Так. Вообще не вижу никого. Сюда. Так, здесь теперь. Надо же, завалили этого хламона нечестного. А дальше-то что? Здесь надо, ребят... Да, ага, все, у меня энергии нет больше. Вот и доигрались, получается, мы.
Вот мы и доигрались. Ладно, я, конечно, сдаваться не буду. Я до последнего, блин, буду здесь сопротивляться. Вот здесь, наверное, поменяем. Во. Что-то выпало. Нужно больше энергии. Солнечной энергии нужно больше. Во. И где? Посмотри, я ничего лично, ребят, не вижу. Вот, нашел одну. Одну лазеечку, так скажем, обнаружил. Или я невнимательный, или я действительно больше не вижу, ребят. Вот, нашел. Увидел. Три звезды. Да, а, тут нельзя соединить. Так а как же тогда тут быть-то? Денег у меня нет обменять. 78 линий, ребята, собрал. Ты видишь где-нибудь что-нибудь, что можно было бы соединить? Я лично не вижу. Вот. Вот она, невнимательность где. Что, хочешь сказать, что опять там Гаргантюа идет? Ну, конечно же, ребята. Конечно же, там идет Гаргантюа. Мы их откидываем, да, всех, типа? Так, вот нашел. Здесь тоже есть. Так, что тут? Вот так вот, если сделаем нормально. Горохострельчик нормально отстрелял у нас. Так, дальше. Сюда вот можно поменять, в принципе. Здесь тоже есть. Что обменять? Смотри внимательно, Рэй. Смотри внимательно. Вот. Хм. А дальше? Есть какая-нибудь у нас тут? Пу-пум. Вот. И если мы здесь поменяем, и вот здесь 99, ребят, тут осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, но это самое вот паршивое. Вот, вижу. Так, бумеранги соединяются у нас. И что, звезды мы не можем соединить. Звезды не можем, здесь внизу тоже ничего не можем, ребята, сделать. А как тогда быть? Вот. Сто шесть. 106. 109. Горохострел, иди сюда. Соединяем здесь и вот тут. Блин, 3000 этот стоит у нас. Цитрон. Чё так дорого-то? Ну, я не так хотел сделать. Я не так хотел сделать, хотел соединить. Думал, это чтобы они бомбили там. Уже все в глазах мельтешит, если честно, ребят. 122, 123. Есть. Фух. Да. Я надеюсь, это ивент стоящий. Там что-нибудь нормальное нам дадут. Такс. Ну, это хорошо, конечно, что-то полыхнул, все отлично, но в данный момент это не вовремя и не в тему.
постоянно смотришь, ищешь, высматриваешь, и все время это у тебя мельтешит перед глазами. Не пойму, кого, что, где здесь можно соединение сделать какое-нибудь. Вот. Что-то нашел, что выудил. Так, ага, показывают, да, орехи. Показывают мне орехи, что можно соединить было. Сюда тогда сделаем. Так. 4. Полыхнул он, да? Три стрелы. А, вон, показывает, да, вижу, вижу. Уже увидел, ребят, когда показали, что там можно орех было соединить. Я уже увидел. Так. Вот здесь можно еще, в принципе, соединить. И здесь. Давай тогда вот тут вот забабахаем. Давай, поднимайся наверх. Так, орехи поменяли мы. Поставили более улучшенные, долгоиграющие, можно их так назвать. Долгоиграющие орехи. Так, а здесь-то можно кого-то соединить? Не, а, никого нельзя. Вот тут только если. И вот здесь. И вот тут. Блин, грохострел обычно, это вообще, ребята, не в тему. Он мало вообще урона наносит. Поэтому надо вон чемпера. Вьюх! Вот чемпер, да. Захомячил, такая отрыжка мощная еще. Мощнявая отрыжка. Жит еще одного. Присосал. Давай так, наверное, сделаем. Теперь сюда. Так, уже пошли бронированные, да, зомбари. Бронированные зомби. Три стрелы сюда. Точнее, это не три стрелы, это был обычный грохострел. Вижу, подсказочку подсказали с помощью моргания. Подморгала она, короче. Блин, орехи ни туда, ни сюда. Что мне с ними делать? Вообще ничего не могу. Чемпер давай ставь сюда. Орех ставим сюда. Ну и что он такой встал? Вот что вот он встал? Зачем? Что это дает? В позу. Типа в защитную, что ли? Слишком дофига орехов. Надо немножко поубавить их. Сколько? 64 линии. Нужно 135 сделать. И вот началось вот это вот копошение. Непонятно куда, чего, где. Давай сюда. Вот опять он... А, нет, он бьет лучом. Я думал, сейчас опять встанет в эту стойку. В защитную. Ну, лучом нормально он прожигает. Так, здесь соединили. Тут чемпер соединяем. По красоте. Так, 3000 нужно, да, для того, чтобы нам... отталкивающего горхострела получить. Есть. Отталкивающий горхострел. Он когда стреляет, такой, как будто чихает. Захомячил, правильно? Так ему и надо. Слопали и славненько, да? Если мы сделаем здесь...
Так, сюда, наверное. Давай, вылупляй. Мы хоть попадаем, когда делаем этот ледяное дыхание? Я что-то вот не вижу, полетающий. По-моему, не попадаем ни шиша. Или я просто не замечаю. Давай здесь поменяем. Так, 114 линий, ребята, осталось совсем вообще немножко. Вот эта, кстати, штука очень хорошо развивает, знаешь, этот, как, внимательность. То есть ты смотришь тут. Это когда один раз ты поиграл, фигня. А вот когда не одну сотню раз, уже, извини меня, ты начинаешь как бы реагировать намного быстрее на все происходящее здесь и искать нужные варианты. Нужные, так скажем, комбинации. Так, чего не хватает здесь, да, наверное, поставим, да? Линий мы уже собрали, 130. Так, давай здесь поменяем. 133, 135, все, ребят, выиграли. Все деньги спустил, блин, на первых ивентах. Ну что, забираем нашу пиньяту, посмотрим, что там из нее выпадет нам. Капелька. И все? Нет. Опа. Так, гриб любви. Парфюм гриб. Банан. Банана! Так, яблочная мортира. Крокодил. Угу. Ну, нормально, нормально. Так, тут 80 самоцветов, естественно, я не пойду за ними. А что-нибудь еще есть? Нету? Тогда можно зайти, в принципе... Так, что у нас тут? 150 монет, они мне хотят что-то, чтобы я там прокачал. Мне ни на что не хватит. События. А где события Пенни Пурсует, например? А, скажи-ка мне на милость. Оно здесь есть. Так, 600 монет. Ух ты. А, это фокус-покус, да? Это у нас фокус-покус. Это растение-то. Ладно, пойдем 600 монет хотя бы. Надеюсь, получится выбить. Что взять? Возьмем, наверное, перец. Нельзя, да? Ну, я не знаю, давай возьмем, наверное, гриб. Сделаем так. Наверное, нельзя там умирать. Или еще что-то в этом роде, потому что показали, типа, не стоит брать самоубийственные эти растения. Сделаем так. Можно... Ну, давай возьмем, наверное, вот так сделаем. Гриб. Нет, гриб нельзя, ребят. Вот возьмем Джека. Кактус. Бомб-гранат тоже нельзя. Мортиру возьму тогда. И васаби. Поехали. Ну что, сразу начнем с гриба. То есть нам нельзя, я так понимаю, нам нельзя трех чувачков потерять, да, получается? Я правильно понимаю? Нельзя, чтобы нам уничтожили три единицы.
Окей, ладно. Яблочные мортиры. Так, джеков еще надо тут везде понавтыкать. Вообще будет топ. Ну, бомбите, бомбите этих холмонов. Давай, Джек, сделай там свою веселую, как говорится, казнь. Джеков побольше надо ставить. Надеюсь, тут... Нет, тут гаргантюа, по-моему, не должны быть. Хотя тут фиг поймешь, там он уже ведут. Все. Поджарили мы там. Последняя, кстати, волна это, ребят. Да, Джек, конечно, хорош. Очень хорош, ребята. Он просто сжигает всех на своем пути. Круто. Что я могу сказать? Квест комплит. Так, мы перемещаемся сюда. Самоцветы 4 штуки мне не нужны. Я пойду, ребят, опять же, попробую монетки выбить. 800 монеток теперь. Так, что, мне нужно защищать эти цветы или что? Блин, этот же гриб у нас уже все без бонуса. Нафиг я его взял? Ай-яй-яй, и зачем мне здесь, если у меня есть гриб, зачем я тогда взял? Скажи мне на милость вот эти вот растения, а? Подсолнухи. Чего ты там? Ну? Блин, сейчас схомячил. Давай, Джек. Жги там по ним. Оу-оу-оу-оу, ребят, сейчас посмотрим. Проиграем мы, если он перейдет в этот вот грань. Мы не проиграли, но сейчас, по-моему, будет на нас супер дичайшая атака. Давай, выпускай. Что ж поделать? Пришлось потратить, ребят. Дай-ка бомбануть по ним как следует. Ну? Лучом придется тогда бомбить по ним. Ну что-то как-то тут, ну прям вообще, ребята, лютое. Смотри, что, вообще, ребят, не выходит на чеша. Ладно, последний зомби. Его сейчас раздавили. Прошли, конечно, но... На хлипенькую троечку, я бы так сказал бы. Так, еще два раза можем, да? Поиграть. Ну что, поехали. О, ну тут уже... Фокус-покус, 10 штук. Нафиг я когда тут выиграю 10 штук фокус-покусов, ага.
Ну-ка. Опять типа простые обычные зомби, да? Ждем, что, одни лавы-головы, что ли, будут? Нате вам подарочек от лавы Гуавы. Отлично. Сок нектаринки их хорошо убивает, я смотрю. На самом деле это не нектаринка, это лава Гуава. Что-то нам дают одни лавы-головы. И всего лишь один этот у нас. Нет, вот второго дали. Куда вот ты бежишь? Никакого вам, блин, ускорения. Не позволим. Че так много-то? Эй! Блин, ты посмотри, а. Хватит этого, чтобы пробить их. Давай лаву голову срочно. Блин, сюда даже никого не поставить. Ну что ж, а нет, подожди, вон у нас есть. Давай срочно сюда. Бьем лучом. И не хватило, да? Я отбиваюсь, ребята, до последнего. Пытаюсь тут. Вот этот ускоряет же, да? Сморчок, сколько я помню. Ё-моё, ты посмотри, сколько их там наверху. Давай срочно его. Обжигай. Есть, ух ты. Значит, еще повоюем тут. Отлично. Давай сюда и сюда. Вот так вот и будем с тобой, да? Это, я так понимаю, это не последняя еще волна. Упс, у нас беда. Точнее, у нас проблема. А вот сейчас, друзья, пойдет последняя волна. Ё-моё. Хо-хо-хо-хо. Так, давай здесь на этой линии попробуем прикрыть. А здесь, наверное, так бомбить надо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, родные, давай, пробиваем. Пробиваем бомжа-зомби, бомж-зомби. Держи лавгуаву. Фьюх. Отлично. Прошли. Тыщеночку, ребят, заработали. Тыщеночка. Так, это второй этап. Подожди-ка. Четвертый нужно, да, проходить?
1200. Ну окей, 1200 тоже, ребята, не валяется у нас за забором. Возьмите перк, солнце я возьму. Ах ты, копатель. Давай, наверное, сделаем вот так. Против копателя что нужно? Чтобы по башке ему, да, давало. Чтобы ему давало по башке сверху. Возьмем, наверное, бомб-гранат. Мелких этих, я не знаю, нужно ли их брать. Мелких вот этих вот. Давай возьмем мелких. Кукурузу. Сам не знаю зачем, но пускай будет. Орех. И чернику. Блин. Наверное, вот это вот лишнее, да, будет. И вот этот, наверное, тоже. И орех. То есть нельзя нам, чтобы они погибали, я так понимаю. Ну, больше мне нечего. Ну, давай кактус еще возьмем. Опять репик. То есть вы хотите сказать, что нету сум, ну этот, как это назвать-то? Ну, солнце, короче. Давай-ка я лучше возьму, наверное, Джека и... Так что, подсолнухи запрещены у нас или что? Нет, вот они. Подсолнухи у нас все были на месте, отлично. Стоит тут одинокий грибок у нас. Одинокий гриб. Так. Ну да. Явились прыгунки, а? Ты посмотри на них. Мортирушки мои родные, давай бомби по этим супостатам. Давай так вот сделаем. Побольше чернички. Побольше джеков. Побольше мортир. Всего побольше. Всего очень много нужно. Поехали. Нормально так наяриваем здесь. Так легко. Последняя волна, ребят. Мортиры к бою. Черники к бою. Не подпустим супостатов к нашим, как этих, пирамидам, блин. Мы же как бы пирамиды охраняем здесь. Или в этих пирамидах у нас Джек живет. В общем, прошли, ребят, все отлично. Все хорошо. Всю энергию потратили, поэтому совесть моя, как говорится, чиста. Так, три самоцвета получил, да? Что-то я еще хотел сделать. А, я хотел на огород зайти. Мы с тобой очень много потратили сейчас, поэтому есть смысл сделать вот так. Так, Жужу, ты где? Вот она летит у меня. Давай вот этот вот полей подсолнух мне. Точнее, ромашку. И сейчас я гляну на арену. Что вообще там на арене происходит? Просто интересно. Кирпичная. Была железная, стала кирпичной. Ну, понятное дело, я не играл 300 лет. Зачем вы мне объясняете правила? Как будто... Ой. Это кто такой? Ничего себе. Фига. Фриплей.
Поехали. Нео. Вот сейчас мы заодно и посмотрим, кто это такие, что это за такое растение интересное. Так, бум-гранат возьму. Там гаргантюа. Ух. Гаргантюашечка. Возьмем, наверное, взрывного. Возьмем Джека. И теперь нам нужно еще, чтобы монеты выпадали. Это нам нужен подсолнух. Попробуем. Блин, могилоедов не взял. Ай-яй-яй. Как же так-то? Ну, попробуем такой вот комбинации. Я не знаю, что вот эти ребята делают. Дерево какое-то, что он там? А, они какое-то дыхание у них зловонное. У них зловонное дыхание. Так, что? А, его нужно сажать только на могилу? Ты серьезно? Блин, а могилы-то нету? Хе-хе-хе. Поехали. Бух. В дребезги. Ну и что это за хмырь внизу тут идет? Котик-мумия, так скажем. То есть это у нас должен чувак находиться именно на могиле, да? Устанавливается он. Фу ты, я же совсем забыл, что здесь, ребята, очки же, нам нужно опережать нашего соперника. Сижу тут, дрынкаю. Прохлаждаюсь. Точно, он садится на могилу, ребят. Сейчас взрыв такой. Шикарно. Так, он меня уже догоняет, ребята. Срочно залп. Это кто у нас там идет? Гаргантюаха. Не бывать этому. Взрываем. А ему что-то по барабану было. Взрываем. Нет, все, он там спекся. Дай-ка я сюда поставлю. Так, а Джек, я не могу понять, он не уничтожает могилы, да? Он не может их, да, бомбануть? Понял. Что там, время, ребята. Ну, у нас 500 тысяч. 546 тысяч очков, так что нормально. Победа за нами здесь. Жить. Сместили, да? Ну, правильно, он такими играл здесь. Пс. Опа. 2000 монет в карман, ребята, мы с вами закинули. И 5 вот этих вот чувачков получили. Том Танглер. Понял, как его звать? Том Танглер, прям так вот вызывающий, выдающий. Ну что, давай еще тогда сделаем. Дуд... Чё? Дудчикс? Я думал, дудник какой-нибудь. Дудчикс. Абсолютно ничего менять не будем, ребята. Оставим такой же состав, как и был. В принципе, он довольно работоспособный, так что... Let's rock, конечно. Только вот здесь можно еще, ребята, ускориться.
Так, Джеки. Блин, нет у нас пока никаких могил. Да, могил нету. Давай, закидывай. Бомб-граната. Так, подожди, надо немножко снизить скорость. Что-то уж как-то чересчур быстро. Ну вот и пиратики тут прилетели. В плане, я не могу понять, что... Пират, вы что? Вы должны были... Вот... Как тебе такой расклад? Спасибо за двойняшку. Блин, я думаю, что не так-то у нас? Наверху ничего нету. Блин. Их скидывает у меня постоянно, а? Что-то я вообще по финансам опустел. Кто там еще притягивать собирается у нас? Эй! Ну-ка. Замечательно. Слушай, моих джеков что-то всех поуничтожали где-то. Так, блин. Влупляем. Еще, наверное, залп сейчас сделаем. Опа, оп-оп. Хорошо, хапнул. Что у нас время? Оу, ребята, 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 я же проигрываю. Я не успел. Я сижу тут, развлекаюсь. Молодец. Вот объясни мне, как он мог здесь выиграть? М? Это нереально, ребята. Именно вот этой командой, которую он, это нереально. Чего? Поехали. Форест. Форест Гамп. Беги, Форест, беги. Что-то надо здесь, ребята, более мощное ставить. Что-то такое прям вот ядреное, так скажем. А у меня ничего такого ядреного здесь нет. Смотри, какой-то тоже у нас тут. Я у них тут появилось новых. Взрывной. Ну, как бы взрывной хруст. Давай, наверное, возьмем вот этот орех. Возьмем мортиру. О, кстати, вот кто мне нужен. Да, их тут слишком много. Их тут слишком, блин, ребята, много. А ячеек у нас мало. А ячеек у нас мало. Ну, поехали. Let's rock. Так, я вижу могилу. Сейчас мы ее, ребят. Блин, а Джек только вблизи бомбит. Он далеко не стреляет. Так, нас уже, ребята, опережает. Но очень много. По очкам. Да.
Что-то прям вообще не айс. Что так паршиво? Идем-то. Не пойму. У него уже 100 тысяч, блин. Джеков надо, наверное, ближе ставить просто. И мортиры, соответственно. Что там бежит? Гаргантюаха бежит. Друзья, ну почти, почти сравнялся. Нет, опять он от меня убежал. Да, он от меня убежал, причем очень даже хорошо. Что-то надо такое мощное. Я правда даже не знаю, что, ребята, тут такого мощного можно сделать. Двадцать секунд, мне не справиться. Вот когда долго не играешь, ребята, все, скилл теряется. Не знаешь, что лучше сделать, кого лучше взять, кого поставить, кого не поставить. Да, я буквально чуть-чуть проигрываю, как в прошлый раз. Да, на 30 очей, ребят, проиграл. И опять же, как? Ну как ты тут можешь проиграть? Я не знаю. Так, ладно, друзья мои. Давайте мы тогда на сегодня, наверное, закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.